Ребята в светофоре взяли икру лососевую обычную. 122 рубля. На минуточку, сегодня 25 ноября. Сейчас посмотрим, насколько она вкусная. Дайте мне ложку, я сам испробую. Мне кажется, что она просто мятая. Вот интересно, что, почему структурированная написано? Просто мятая? Пробуем? Да. Сейчас он вкус. Офигенная икра. Андрей говорит, я еще по эту упаковку возьму. Шучу. Не особо, ребят. Да? Полуискусственная. Ну что, на этот пойдет, так сказать. А, ей посолить нужно. Чуть-чуть посолить нужно. Вот так пойдет. И. Нет, она настоящая, просто немножко мятая и не очень хорошо промытая. Вот и все. А так ее нужно посолить и промыть, да? Угу. Огонь? Промывать не обязательно, просто я бы не солила. Даже вот себе бы я даже не